История такая интересная нашего знакомства. Иван, да вы романтик! Ну а как? Да? Никуда бежать. Ваня, как вообще так получилось, что ты стал звездой металлурга? У меня отец купил мотоцикл, форму, и уже как бы обратного пути не было. Ветераны, они уже профессионалы, они знают свое дело. Не надо сильно бить, сейчас катаем. Тренер хороший не бывает. Вот тебе бабушка Юрий в день, как говорится. Надо всегда вести себя нормально, в пределах правил и как бы контролировать себя. Это ты ко мне? Там тебе. На сцену приглашается легендарная команда мотоболистов «Металлург», город Видное! Кто-то говорит, на самом деле приезжает в город, они даже не знают, что есть такой вид спорта. Всем нужна поддержка, и мы вот выехали в поддержку наших военных. Мне приятно, что нас приглашают на такие мероприятия. Вот такие красивые наши любимые статные ребята вышли на сцену. Хотели спеть, но не дали. Наш «Металлург» всемирно известный. Это, естественно, является стимулом не останавливаться. А мы в гостях у Читы Криштопа. Они нас позвали в гости. Привет! Привет! И Иван Криштопа, игрок команды «Металлург». Вань, спасибо за приглашение. Мы не сильно напрягаем. Молчит. Нет, нормально. Нормально, да? Слушай, ну вот сейчас подготовка к новому сезону. Да. Пошла уже все. Юль, как вообще вот? Ну, сложно. Жить со спортсменом. Очень сложно. Постоянно эти переезды, постоянные игры. Ну, справляемся. Я знаю, у вас есть стена почета. Какие самые вот так прям? Ну, вот это получается первая линия. Это у меня с чемпионатов Европы. Нашла фотографию. Фотографию Ивана. Сколько здесь тебе лет? Такой красивый, посмотрите. Это фотошоп, да, наверное? Нет. При фотошопе? Нет. Ну, это вот как раз часть вот этих медалей. Ну, это, наверное, где-то 2008 год, может, 2009. Как, да, Би-2. Аполлон. Худой, молодой, ел сердца. Ну, вот и Юля на сердце ты. Покорил. У нас вообще очень история такая интересная нашего знакомства. У Вани была одна жизнь, у меня другая. И мы встретились как-то раз просто в одной компании, познакомились. Ну, потом прошло после этого 5 лет, мы не виделись, не общались. Да, что? Ну, он жил здесь. Серьезно. У меня была совсем другая как бы жизнь. Мы встречаемся на игре. Я пришла просто на игру, меня девчонки вытащили. И так получается то, что после игры он проезжает мимо меня, ну, мы друг друга знаем, но мы с друг другом даже не здороваемся. И в тот же вечер мы встречаемся в караоке, да? Ну, в кафе, да. Ну, нормально так, после игры там в караоке пойти. Нет, там уже со своей компанией, а Ваня со своей командой там пришел с друзьями своими. Еще я потащил туда. Нет. Да нет, там была часть команды Москвы. И он просто подходит к нашему столику и говорит: а почему ты со мной не поздоровалась? Какой? Я говорю, ну... Я просто, говорю, не знала, что ты меня помнишь до сих пор. Я просто не знала, что ты меня все эти 5 лет любил. Не, я просто почему подошел, потому что она мне в Инстаграме в этот же день после игры, я домой приехал, она мне в Инстаграме добавила друзья. Да. Я никого не добавил. Коварная. А он меня добавил, он никого не добавлял, но меня добавил, как он мне рассказывает. Ну, благо его уже закрыли, споров больше на эту тему никаких пар не будет. Слава Богу, что закрыли. У меня была работа, говорит, все, бросай свою работу. Рассчитывайся с ней и давай переезжай ко мне сюда. Иван, да вы романтик. Ну а как, да? Никуда бежать. Он там никогда не признается. Он только что признался на всю страну. Частично. Вань, как вообще так получилось, что ты стал звездой «Металлурга»? Как ты до этого докатился? Я не считаю себя звездой «Металлурга». А мне кажется, что вообще все игроки «Металлурга» — это звезды мотобульного спорта российского масштаба. Ну, может быть, да. Согласен. С учебой у меня в школе в начальных классах и
не, как бы, особо не получалось, и я решил плотно заняться спортом. Я с 9 лет занимаюсь. У меня отец купил мотоцикл, форму, и уже как бы обратного пути не было. А какая первая команда была? Комета Кучевская. Она сейчас существует? Да, конечно, играют. Просто отца друг там играл, сейчас он начальник команды там. По блату? Не, ну он тогда просто играл, и отец мне решил отдать туда попробовать, как понравится, не понравится. Мне как-то втянулся там с техникой, что-нибудь там покрутить, поремонтировать, и... Короче, так вот и втянулся, даже не заметил, как это получилось, быстро так. Каким образом с педагогом познакомился? У меня как бы хорошо получалось, и Владимир Трофимович тогда предложил мне приехать сюда. То есть не ты их выбрал, а не тебя выбрали? Ну да, меня пригласили как бы 2005 года в Видноград. И школу здесь заканчивал 11 класс, и Валерий Георгиевич мне помог поступить в институт. Спортивный. Есть какая-то отличительная особенность жизни со спортсменом? Ну, конечно, есть. В чем она заключается? Мне было первое время сложно без него находиться, ну, как бы скучали друг по другу. Да, даже сейчас, там, когда он далеко, он мне пишет, там, я скучаю, я ему пишу, там, тоже что-нибудь такое трогательное. Душещипательное. Ну, стараемся как-то. Ну, то есть вот этот момент разлуки. Разлуки, вот именно вот она, да. Узнавая Ваню ближе, я вижу, что он человек семейный такой, прям вот. Да. Такой, да, домовитый, порядочный, да. Домовенок. Ну, вот не то, что секрет любви, сохранения, взаимоотношений, теплого, да, отношения друг к другу, но все-таки вот есть какой-то у вас, может быть, какие-то принципы взаимодействия друг с другом, как супруги? Мы стараемся как бы друг от друга ничего не утаивать, потому что, ну, все рассказываем друг другу, делимся, не знаю. У нас как-то все так легко, свободно получилось с самого как-то первого дня, и до сих пор это тянется. Пытаемся это все сохранить. Начало предсезонной подготовки, оно, как обычно, стартовало после Старого Нового года. Ветераны, они уже профессионалы, они знают свое дело. Там особо и с ними работы такой нету. Просто по тактике, почему-то. Они знают свою работу, знают, что нужно, знают, какие у них там были результаты в прошлом году, что надо выйти, там, а молодым все время напоминать. Тренер хороший не бывает, так, молчи. В тот раз нашутили очень много. Тихо, да. И тренировка еще сильнее. В планах было много игр, выездов, в том числе и на международные турниры. Вот. Очень хотелось поехать в Германию, в Литву и наконец-то сыграть чемпионат Европы в городе Видное, который, видимо, уже третий раз подряд не состоится. И, как назло, у меня еще гранд-паспорт заканчивался. Я думаю, наконец-то сейчас тебе сделаю на 10 лет. Документы все подал, и вот тебе бабушка Юрий в день, как говорится. Не надо сильно бить, сейчас катаем. Катаем, но точно. Понятно, да? Понятно, да. Потом в конце пробьем по 10-16 метров. Один угол и в другой. Поделишься мячом. И на этом закончили. Не осталось этого осадочка неприятного после предыдущего сезона, когда, да, в финале произошла такая неприятная ситуация. Вот как думаешь, сейчас вот опять встретиться с этой командой на поле? Что у тебя вообще на душе? По поводу чего? Сейчас просто не понял вопроса. Как она называется? Голос она по поводу я. То, что они просто ушли с поля, ну, конечно, некрасиво поступили, ну, как бы.
грубо говоря, неспортивно как-то получилось. Из-за того, что они не хотели, чтобы судил наш судья. И... Нет, ну вот и сейчас. Это мы все знаем, все уже, да, по-моему, знают, из-за чего и что случилось. Сейчас в новых играх, в новом сезоне опять придется с ними встретиться. Мне кажется, ты со своим темпераментом просто, не знаю, морду набьешь крошки. Да нет, ну... Почему сразу морду набьешь? Надо всегда вести себя нормально, в пределах правил и как бы контролировать себя. Это ты ко мне? Сам себе? В общем, это и есть ответ на вопрос, не, ну вот так каков то... твой настрой на новый сезон. Не, вы так говорите, как будто зверь, там, я не знаю. Я же вроде все делаю в пределах правил. Ну, по крайней мере, стараюсь. Ну, еще бы тебе плавал бы, это, не знаю. Оторвал бы все. Игрокам не только на поле приятно то, что зрители за них болеют, их узнают, их уважают, можно сказать, даже некоторых, может быть, даже и любят. Всем нужна поддержка, и мы вот выехали в поддержку наших военных. Мне приятно, что нас приглашают на такие мероприятия, и происходит приглашение на награждение на День города, да, вот на эти концерты, когда выступает много звезд, и потом, соответственно, люди нас видят. Кто-то же на самом деле приезжает в город, они даже не знают, что есть такой вид спорта на самом деле. Это тоже в своем роде идет популяризация. Люди узнают, людям становится интересно, люди приходят. Открытие звезды вот на Аллее Славы, Формуле X. Мы на вас смотрели по телевизору на День города. На сцену приглашается легендарная команда мотоболистов «Металлург. Город Видное». Когда вы такие красивые, наши любимые статные ребята вышли на сцену. Хотели спеть, но не дали. А что бы спели, если вы разрешили? Любимую песню про Видное. Внимание, друзья! Под руководством заслуженного тренера Советского Союза Валерия Нефантьева команда «Металлург» становилась обладателем Кубка Европейских Чемпионов. 33 раза выиграла чемпионат СССР и России. 27 раз в 21 году выиграла Кубок страны. С 81 года сборная команда формируется в основном на базе нашей команды. Коллектив спортсменов высочайшего класса, легендарных мастеров. Выйти на сцену с такими как бы спортсменами, Женя и так далее, как бы, ну, это уровень высокий, и каждый об этом мечтает. Нам это удалось, как бы. Я думаю, что мы заслужили выход на сцену, да. С таким чувством побеждали мы, побеждает сегодня Женя Рылов, наш «Металлург», всемирно известный. Я могу сказать, что мы команда президента нашей страны, мы команда губернатора. Понимаешь, что ты нужен, что тебя видят, что в тебе, может, даже где-то нуждаются. И это, естественно, является стимулом не останавливаться в работе, продолжать дальше побеждать, тренироваться с полной отдачей, выигрывать. Ну, будь на виду, так скажем. Совсем недавно закончился чемпионат 21 года. А мы сегодня открываем чемпионат России по мотоболу 2022. Опять ты за мной следишь? Для нас этот год особенный. Это юбилейный год нашей родной, любимой, золотой команды по мотоболу, команды «Металлург». Если на 1-1 выходишь, надо останавливаться, тормозить, разворачиваться. Потом поздоровайтесь. Видите, разговаривать. Кто вас так научил? Дисциплину знать. Не важно, что такая игра, надо до конца отыграть. Каждый эпизод был.
не надо снимать, показывать, ладно? Так, десерт, Вася.